В прошлом году осенью успели только вот снаружи окрасить окна нашего домика. Потом наступили морозы, не успели. Также дверь ждет покраски. Ну вот сегодня вроде как тепло. Плюс 7. С внутренней части веранды вот остались неокрашенными несколько рам. Они также с прошлого года были заклеены этим строительным скотчем, чтобы аккуратнее покраска получалась. Ну вот не знаю, как он отлепится после окрашивания. Посмотрим. Вот здесь у мух совещание какое-то. В общем, красить-то немного. Вот эти две рамы белым цветом. Голубой цвет дверь. Пока совсем не почернело. Эти снутри мы успели. И вот эти две рамы. Ну, на днях найду пенопласт 30-миллиметровый, чтобы вот в эти ниши вставить и заполнить его пеной. Везде 50-ка продается. 30-ки нет, надо в другой магазин ехать. Ну, в общем, сейчас начинаем красить. Вот красочка беленькая. Акриловая. Сейчас все размешаем, будем ею красить. Вот так с помощью малярного скотча, не боясь запачкать стекло, можно спокойно красить. Закончили покраску окон. Вот таким образом все получилось. Беленько, свеженько. Вот здесь две рамы. И вот эти две. Сейчас снимем скотч строительный. Посмотрим, насколько он присох к стеклу за зиму.
Либо будет трудно снимать его, либо нормально отойдет. Сейчас это проверим. Ну вот и получилось то, что я боялся. Снять-то скотч снялся, а следы вот такие вот остались. Поэтому, если в зиму не собираешься красить, лучше скотч не клеить, либо снять его перед зимой. Теперь придется окна оттирать. Но ничего не поделаешь, что есть уже, то есть. Снимаем остальное. Вот такие следы остались от малярного скотча. Не ожидал такой подлости. Поэтому те, кто не успеет выкрасить окна в зиму, скотч малярный нужно снимать, если вы уже его наклеили. Теперь получилось хуже, чем если бы это было измазано краской. И вот эти две рамы. Что теперь с ними делать? Чем оттирать? Зато окна белые. Как будто бы в снегу. Ну ладно, делать нечего, дело сделано. Что есть, то есть. Сейчас еще покрасим дверь в голубой цвет. Посмотрим там, какие сюрпризы будут. Вот такой краской будем красить дверь. Сейчас открою, размешаю. Посмотрим, какого цвета. Какой-то цвет зеленый. Сейчас в процессе перемешивания посмотрим. Должен стать голубым. Банка большая. А третьи не хватает. Не доливают, что ли, или что? Почему так? Вот такой колор. Закончили покраску двери. Так теперь домик выглядит с этой стороны. Это наружная часть. Краска оказалась темнее, чем мы думали. Ну и такая пойдет. Пока на первый раз выкрасили, ну... Второго раза внешний вид не особо изменится. Будет выглядеть вот так. А снутри будет выглядеть, вот она сама с ветром открывается. Так, сейчас зайдем. Ну а снутри вот так вот. Потом щели чем-нибудь заделаю. Какой-нибудь мастикой. Ну, в общем, вот такой вот фронт работы был сегодня проделан. Поднимается сильный ветер, порывистый. Вот дверь туда-сюда колбасит.
Ну, может, быстрее высохнет. Завтра повесим картину, которую я наляпал. И повесим абажур на лампочку в комнате. Всем пока!